Доброе утро! Привет, друзья! А мы с вами находимся в Индии, Гоа, южная, вернее, Гоа, Беталбатим. А сейчас мы с вами прокатимся до города Маргао на местном автобусе. Смотри, сколько людей еще. Смотри, смотри. Мы просто сюда не влезем. Смотрите, в каких условиях ездит до сих пор в Индии. Ну, хотя... Я же не могу, душно очень. Очень душно. И очень много людей, очень много. Самое главное, чтобы это, чтобы автобус выдержал. 40-х или 30-х годов этот автобус. 30-х, наверное. Вот, мы наконец-то мы вышли. Видите, какой автобус. Как Катя ехала, говорила, главное, чтобы пол не проломался. Ну да, я набит битком. Видите, как закрывается на веревочке. Смотрите, какие вкусняшки продаются. Индийские сладости. И вот такие вот весы для взвешивания. Смотрите, здесь же чистят зубы. Завтракают прямо на улице. Такую красоту нарисовали прямо на земле. Вчера воскресенье было, наверное, праздник какой-то. И вот такие вот заправки в Индии, в Маргао. Видите, приезжают и заправляются типа. А мы двигаемся в поисках банкомата. Вставляем карточку. Набираем пин-код. Жмем на эту кнопочку. Потом на эту. Вводим сумма 10 тысяч рупий. Yes. Подтверждение процентов 300 рублей. И идет отсчет. И достаем денежку. Все, вот так вот можно снять индийский банкомат от денежки. Так вот, на улице происходит ремонт обуви. Вы видите, что индусы задействуют все свои части тела. Пошли в центральный парк. Здесь какие-то вот памятники значимых людей 1878-38. Много очень насаждений. Аккуратненько пострижены газончики. Видно, что ухаживают. В центре вот такое что-то похожее на бассейн лотоса. Конечно, грязноват, но все равно индусы как могут, так и пытаются ухаживать.
это уже похвально. Как все равно ботанический сад. Что это такое? Это такое деревце, видишь? Стригают. Типа как лавочка, видишь? Можно даже посидеть. Посмотри, даже общественный туалет в парке есть. Да. А посмотри, какой цветок. Но они очень вкусно пахнут, очень вкусно. Еще такие есть желтые цветы. Так, а парк это еще, вот это все еще продолжение парка. Здесь вот тут видно раньше действующий фонтан был. Сейчас он, наверное, уже не действует. Большой парк, да? Ну, получается, они, наверное, уже не действуют. Может, когда-нибудь их и включают, но я бы не сказал, что их недавно включали. Потому что так это все подржавело, плитка облезла, он уже не чистится, вон даже дыры есть, так что он навряд ли просто уже не действующий. Красиво, если бы вот это вот этот фонтан работал. Ты не повидишь, плитка вся облезла, даже вон в боках дырки. Ну, убирают. На той стороне парка вот убирали, до сюда еще пока не дошли. Да, но они уберут это. Повалили такое вот громадное дерево. И здесь, как обычно, вы видите, люди спят прямо на земле. Отдыхают. Они здесь же и торгуют, и живут, и спят, и кушают, и едят. А напротив нас, напротив парка, мы нашли вот почту. Еще вот стоят такие вот штуки, почтовые ящики. Вот как они выглядят в Гоа. Апельсиновый рай. Мандарины мы пробовали. Вроде нормально вкусные, но чуть-чуть сладости не хватает. Но зато лупится хорошо. Мы пробовали. А этого что за херня? Это не вкусное, а мы пробовали с тобой. Она безвкусная. Это груши наши. А, что ты будешь? Бананы. А после почты мы куда? Домой. А мы в Колву поедем, не поедем? А мы в Колву поедем сейчас. Только так там может, нет. Так может в Колву купим? Там дороже. Дороже будет? А how much? Мне нравится, как он поштучно считает, да? 70. Это дорого? 70 недорого. А эти возьмем апельсины? 70 это где-то около 50 рублей. Да. Ну хочешь, можешь так, попробовать. Это окей. Это еще две. Сколько how much? 170. 170. Ну. Вошли в магазинчик сладостей. А что там за шоколадные колобочки? Видишь внизу? Катя увидела шоколадные колобочки. Ничего не понимаю. Я думал, ты сейчас скажешь, ничего не поменялось, да? Но выглядит аппетитно. Вот эти вот, говорят, вкусные. Очень-очень сладкие. Тридцать две. В нашем магазине за сколько ты берешь? Тоже так же вроде бы, да? А вон смотри, сухари. Как наш, он видишь, лежат сухарики? Вон сухарики. Я вообще не знаю, что это такое.
Но выглядит это очень аппетитно. И еще вот здесь вот. Купил себе мороженое 30 шоколадное за 32 рупия. Вот так вот выглядит индийская почта. Пытаемся узнать, возможно ли отправить посылку из Индии в Россию. Адрес почты. И что мы выяснили, 3000 рупий, 10 килограмм посылки. 3000 рупий, это где-то 2500 российских рублей. Стоимость посылки на 10 килограмм. На 6. На 6? На 6. Итак. Прогулялись мы по Маргао, сделали круг почета, вернулись на ту же самую остановку, на которую мы выходили. Мы спросили, уточнили Колва, сказал, что здесь, что будем ждать. И а вот это такими... вот зазывалка такая, зазывалка кричит. Колва, 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 Колва. Проезд на общественном транспорте, он недорогой. Ребята добрались до Колвы. И от Колвы до Биталбатима на тук-туке 200 рупий. За один тук-тук. Взяли тук-тук и двигаемся в наш Биталбатим. 200 рупий, где-то 170 российских рублей. Получается по 5 рупий он. Бред? Бред. Пять. Но пахнет очень вкусно. Да, да, фай. How much? 25. 25, 25 получается. Забирай. Thank you. Получается сколько? 5 рупий. 5 рупий, один хлебушек. Такая булка получается. А если бы еще в эту булку, да нашу сосиску, да наш кусок колбасы, по которому я очень сильно соскучилась, я не знаю, как Владимир, но я очень сильно хочу нашей колбасы. Ну что, ребята, вот мы с вами здесь. Ой, здесь уже все уже перегрелось, то, что есть хочу.
Покатались мы с вами по городу Маргао, по Колве. Ну и вернулись домой. Да, сейчас пойдем кушать. Пойдем готовить обед, жарить картошку с бедрышками. Ну и милости просим в Индию. Welcome to Indian.